Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні у відвертій розмові Володимир Токар, голова Сумської обласної ради. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий почнемо день. Із теми виборчої. 29 квітня у 17 областях України відбулись вибори до об'єднаних територіальних громад. І це останні в часі масштабні місцеві вибори перед черговими парламентськими президентськими, які мають відбутися у 2019 році. Тому деякі політики вже назвали місцеві вибори і їх результати такою, скажімо, найправдивішою соціологією. Володимир Миколаївич, на Сумщині в Андрія також відбулись вибори 29 квітня. Які результати цих виборів? Яка політична сила більше провела своїх представників? І найголовніше питання, те, про що ми на всіх виборах говоримо, чи були вони чесними, прозорими, а може навпаки знову були якісь маніпуляції, підтасовки і так далі? Знаєте, я знаю менталітет сільського жителя. Вони завжди голосують за сільську інтелігенцію. Тут абсолютно цього нету. Сказать, что там какие-то были подтасовки, я слышал, что что-то там не все благополучно, потому что какие-то там подкупы. Но дело в том, что надо четко, ясно и правда сказать, что ну, факты такие, чтобы за руку кто-то кого-то поймал, этого не было. Но результаты говорят, что что-то было. Поэтому давайте заниматься, я знаю, что занимаются правоохранительные органы. Какие будут результаты, мы все услышим, узнаем. Но дело в том, что самое в этой ситуации... Пускай самое главное, что не пострадали люди, которые живут там. Все-таки от качества депутата зависит их жизнь. Они должны это понимать. И если они там сделали такие нехорошие вещи, им же потом завтра же жить с этими депутатами. Депутат непростой человек, от него много зависит. Поэтому да, за всю ну, все принимать, да, принимать уже за всю громаду придется. Брать на себя ответственность, принимать решения. И поэтому то, что люди сделали, они, никто не знает, как там что происходило, потому что явных фактов нету. Ну, может быть, сыграло то, что лидер Юлия Владимировна пообещала простить долги. Сказала, что сделаю по 70 долларов газ. Лично я читал в Фейсбуке. Поэтому, но может ви быть, ви это розумієте, все равно... що це маніпуляція. Ну, это все равно, що я скажу, що я сейчас вийду, виберіть мене, я подиму тону, пойду в спортзал і подиму тону. Это приблизительно вот такое самообещание. Может, это сыграло. Не знаю почему. Ну, дай Бог, щоб пускай. Главное, щоб вони работали. Потому что, щоб жизнь людей чуть-чуть лучше стала после того, що произошло, как бы выбрали депутатов, потому что объединенная территориальная громада, я часто бываю и езжу, и я вижу, что там, где хороший руководитель, хорошие депутаты, там все лотком идет. Там, где есть у нас, к сожалению, есть несколько, не буду называть, некоторые громады, которые просто не просчитываются, и у них там ну, не очень хорошая ситуация финансовая. А там, где хорошие руководители, там все хорошо. Там видно и люди довольны, и видно работу, и школы ремонтируются, и дороги делаются, и на спорт выделяется, и на культуру выделяется, и они довольны, и счастливые, и они самостоятельные. Самое главное, что они самостоятельные. Не придет Владимир Николаевич или Николай Алексеевич и скажет, робить так, а не так. Как решит громада, так и будет робить. Ну, давайте так, правильно? Ну, два висновки можна зробити, що політики вищого рівня, лідери партії, так, як і раніше, відверто маніпулюють громадською думкою, популістичні обіцянки щедрі. Да? І другий висновок, що депутати, яких вибрали, тепер уже люди бачитимуть, кого вони обрали, так? Тепер нехай працюють. Ну, да. Знаєте, больше всего в бизнесе и вообще в жизни я не люблю популистов. Тех, кто обещает и не делают. Это и в нашей жизни, да, вот бизнесмен долго не просуществует, или предприниматель, да, который обещает и не делает. Сегодня с одними, он там наобещал, не сделал, с вторыми, послезавтра с ним уже никто работать не будет. Поэтому, если берешь на себя обязательства, понимай, какие ты их берешь, и как ты потом будешь ходить, как, какими глазами, к этим людям надо еще приходить і щось об'ясняти, і говорити. Да. Ну, от, Володимир Миколаївич, ну ви сказали, що ви їздите по об'єднаних громадах, ви дивитесь, яка там ситуація. От загалом їх десь близько 30 по Сумщині вже створені. Да. На вашу думку, все-таки більшість громад працює ну, продумано да, і краще? Чи все-таки є якісь мінуси у цьому процесі децентралізації, які може, варто якось коригувати якимись новими законодавчими актами? Я не вижу, що плохой закон прийнят по об'єднаній територіальній громаді. Дело в том, что в абсолютном практически большинстве громады работают нормально. Единственное, надо подобрать команду, надо подобрать специалистов и по освете, и по здравоохранению, и своих заступников, чтобы они работали нормально. Потому что и первые громады они шли, и они, первые, вот, которые мы створивали, там не было. Там как сели, между собой договорились, и так дальше идут. Да?
Самое главное, чтобы они не обижали большие там, центры, не обижали маленькие громады, вот эти села, да? Вот у меня было такое требование, да, на моем округе Белополе, я сразу, когда мы створили громаду Николаевского в Белопольском районе, я сказал, что не дай бог, вы будете обижать маленькие села. Я вот сейчас бываю, спрашиваю, говорят, нет, у нас претензий нет, все нормально, там, они там счастливы. Да, много проблем, но они потихоньку решаются. Сейчас сделали там, 20 НАПа сделали, да? Центр административных послуг. В Краснополе вообще даже есть с машиной выездной. Теперь даже люди с ограниченными возможностями, да, физическими, тоже могут пользоваться. Больше 100 услуг, да, справок, паспортов, там, разрешений, там, пенсий. Все можно получать в этом ЦНАПе. Приходишь туда и смотришь, в какой они обстановке работают. Там красиво, хорошо, приятно обученные Персонал, да. Поэтому спасибо и Юлиту, который помог это сделать. И вот мы видим на это, ну, как бы примеры, это надо сделать везде. Для того, чтобы люди увидели, что власть работает. Ну, знову ж таки, це голова громади. Да, от Яремчук, це приклад сьогодні. Приклад, Яремчук, голова громади. Я говорю, що в абсолютно практически большинстві всі громади працюють нормально. От зараз треба розуміти, що якщо ви створюєте громаду, в первую очередь она должна просчитываться. Мы хотим туда, мы хотим туда, мы хотим туда. Сядьте, просчитайте, обговорите. Видите, что оно просчитывает? Створите. Потому что я думаю, что сейчас уже и Кабмин не пропустят те громады, которые не просчитываются. Пускай она будет небольшая. Вот Быстрецкая громада, она небольшая. Да? Но они просчитываются, они живут хорошо. И уже первую землю, вот мы первую землю уже в предковании громады уже отдали. 300 гектар они получили, да? Сейчас они будут по своему усмотрению, уже деньги пойдут им на громаду. И это будет везде так. Поэтому просто надо как бы со здравомыслящим подходом подходить к этому вопросу, для того, чтобы вы створили, знаете, что вам потом тут и работать, и жить. И люди должны понимать. И если выбираете голову, голова должен понимать, что он делает. Он должен взять аппарат, который будет работать в первую очередь, ну и повыбирайте депутатов, которые понимают, что они делают. Вот и все. Если это будет нормально, значит, я лично, когда Гроссман приезжал, он пошел, говорит, во власть только из-за того, что ну, вице-премьером по децентрализации, первая его должность была. Он говорит, когда сказали, что вот эту вот систему реформ, многие могут ее критиковать, что-то может еще не получается, но за один день... Тоже, да, из маленького мальчика мужчина не получится, да? Он должен пройти какой-то определенный период. Вот когда он пройдет определенный период, станет взрослым мужчиной, тогда его можно нагружать, тогда он может защищать свою родину и все. А пока он должен... Это же то же самое, это новое дело, где-то что-то там мы сталкиваемся, что-то подправляем. Ну, в принципе, я считаю, что это правильно. Просто надо со здравым смыслом к этому подходить. Ну, тепер до вашої ролі. Ви також голова депутатської громади. І, от, не коли... громади. Депутатська громада. Сесія громада, обласної да? ради, ви очолюєте. Да. Отже, до роботи обласної ради. От з того часу, коли ви очолили депутатів Сумської обласної ради, є, скажімо, ну, такі... ну, як сказати, колкості, да, на російській мові, що за 1,5-2 години проходять сесії, наскільки може бути високою якість прийнятих рішень, хіба можна вирішити 50 питань, ухвалити за такий короткий термін? От що ви можете сказати? Ну, значить, за 2017 рік було проведено 7 сесій, 90 було проведено комісій постійних і розглянуто 900 питань. Значить, как только заканчивается одна сессия, через 5 дней уже начинается работа подготовка и работа на другой сессии, да, на следующей сессии. Значит, за 20 дней вывешиваются все вопросы, которые будут выноситься на сессию. Депутаты, кто интересуется, значит, они посмотрят. Вы же не думаете, что они приходят и просто берут, нажимают кнопки. Идет очень кропотливая и большая работа по каждому вопросу. Когда большинство сказало, что этот вопрос так идет, все. Это просто результат той работы, которую мы делаем до сессии. А ну давайте будем рассматривать, начинать баталии, как по всей Украине, вот это вот, это, да, принимать решения, значит, сессии проводить 2 дня или в 3 дня. Ну, это неправильно. Мы утверждаем то, что мы наработали, я считаю так. И депутатам это нравится. Они говорят, давайте так. Вы же видите, что они говорят, давайте
зачитывайте, потому что мы все рассмотрели, разобрали. Да, это у нас депутатские зібрання, потом с депутатские комиссии, потом голову фракции, поводжена рада. Ну, а дивіться, позафракційні депутати звинувачують вас у тому, що всі питання обговорили на Погоджувальній раді, і на сесію практично вони не виносяться, тому немає дискусій, дебатів, щоб це почули представники громадськості, які на сесію ходять. І також є нарікання на те від позафракційних депутатів, що їхні запити депутатські або їхні рішення, ну, скажімо, не враховуються, не голосуються. От, ну, слухайте, я ж... Тобто більшість якби підпорядкувала їх собі, і вони фактично позбавлені права голосу. Є таке? Дивіться, це зовсім не так. Значить, до мене приходять всі депутати. Я сказав, що я один із депутатів, я ніякий не начальник депутатів. Я координатор всіх ідей, мислей і вопросів депутатського, всього депутатського корпусу. Я, коли обирали мене головою обласної ради, я сказав, що для мене не существує партій. Пожалуйста, приходіть. Вас обрали люди, значить, давайте всі питання вирішувати тут. Значить, коли ми вже знаходимо консенсус по цьому питанню, значить, ми виносимо його на сесію. Повірте мені, значить, дуже багато депутатів приходять по всім питанням. Я должен об'яснити, якщо я бачу, що питання не йде, його треба доробити, ми приймаємо рішення його доробити. Пускай ті позафракційні депутати приходять і працюють, як всі. Я ж, мої двері відкриті. Пожалуйста, приходіть, говорите. Ну, якщо хочуть люди попіаритися, то це к вам вони пускай йдуть тоді. От прийдуть, розкажуть своє видіння. Там виступять, я не знаю, ще десь на телевидении к вам прийдуть, там в газету скажуть, по Фейсбуку там розкажуть все. Ну, депутатська робота, є депутатська робота, приходите. Я ж не говорю, що я того прийму, того не прийму. Ви можете перевірити, спросите. Було таке, що у кого-то я не прийняв. Ну, можна сказати, що на місцевому рівні також вже починається підготовка до виборів, да? Уже да така, своєрідна така піар-кампанія. Я ще поки, ні, ну, піар-кампанія, ну, зачем обговорювати той вопрос, який вже всі обговорили, всі прочитали, всі знають, о чому йде річ. Прийдіть, спросите, получите об'яснення, садитесь рядышком теж з нами, ви ж присутствуєте, ви можете прийти на президіум, задати якісь вопроси. Ніхто ж нічого не задає, а сесії, тому що там телекамери. Там же ж нету телекамер, а там є телекамери. Поэтому надо там, щоб мене показали. Да? А я советую, пожалуйста, пускай йдуть к вам і свою точку зрения. Ви ж нікому не відказуєте, ні? Нет. Нет. І ми нікому не відказуємо. Наша площадка відкрита, да, для кожного депутата. Пускай приходять, може би, щось від них, пускай приходять свої предложения. Но если это касается просто личного піара і каких-то пустых обещаний, то я против этого. Рада должна работать четко. Дело в том, что такую тактику отработали депутаты. Я не могу их заставить голосовать. Вы поверьте мне, я больше завишу от депутатов, чем они от меня. Они от меня не зависят. Только это же добровольно все. Вы же не думаете, что только пришел и сказал, да? Потому что все уже отработано. Пожалуйста, приходите, включайтесь в работу все. Хоть, ну, хоть 60 человек, давайте садитесь, в любой день сядем, мы будем обговаривать все вопросы. Но есть вопросы, те, которые там приняло большинство, я же не могу потом сказать, что мы не принимаем. Я принимаю тоже и то, что говорят мне те же самые депутаты. Я не буду против них идти, потому что если я с чем-то не согласен, я тоже буду свою точку зрения им говорить, что, ребята, вот так. Угу. Поэтому это, я считаю, пускай работают больше, да и все. Я, двери открыты мои. 27 квітня була квітнева сесія, якраз чергова. І на цій сесії був заявлений звіт голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи Клочка. Він прозвітував, депутати все це проголосували за це, але також був ваш звіт, але ви його, ну, фактично, ви не звітували. Чому так сталося? Значить, я відповідаю за роботу депутатського корпусу і за апарат. У мене звіт був за 20 днів вивішений. Значить, я вже на сайті обласної ради, на сайті обласної ради, я вже зі звітом ішов на трибуну, сказав, давайте хоч якісь запити. Депутати сказали, ми з вами спілкуємося часто, каже, не треба, ми і так його приймемо. Ну що, я і так, посмотрите, от, у вас же є в онлайн-режимі, сесія йде. Вони мені не дали, сказали, ми готові підтримати. Ну, поставили на голосування, підтримали. Діло, якщо б ко мені були питання якісь, ну, я за що відповідаю? За роботу депутатського корпусу і за апарат. Я считаю, что к ним сейчас ну, не... все вопросы, ну какие претензии, ну давайте скажите, вам нравится, когда там, если кто-то кого-то там за чуб подтягал, да, там микрофон поломали, подрались, покричали. Ну, это деструктивная позиция, не, ну, было, яка не приносит результат. У нас результат. И такое же было, вы же помните, так. Была сессия, что три часа кричали. Просто так же бесплатно кричать не будут, да, значит за какие-то
вознаграждение кричали, все. Ну, меня этим не возьмешь, потому что я на это так смотрю. Добре. Да. Ну, а знову ж таки, за результатами квітневої сесії до вищого керівництва держави, Кабмін, Президент, Верховна Рада спрямували сумські депутати 6 звернень. Це відтермінування введення нових державних стандартів якості молока, яке беруть у населення, про умови ведення бізнесу, про повернення пільг чорнобильцям та підвищення їм пенсій, про скасування постанови Кабміну про монетизацію пільг. Чи є реагування центральної влади на ці звернення? Чи є сенс їх приймати? От з вашого досвіду, звертають увагу зверху сюди? Я думаю, що звертають. Так як? Вони обов'язані звертати. Діло в тому, що обласна рада, це вважати, вся область звертається. Давайте, просто через представників, да, їх, кого вони вибрали. Ну, не можна так взяти одразу, допустим, я теж за те, щоб відтермінувати по якості молока. Тому що як, взяти зараз, от з першого числа я обрубацію. А що людям робити? І так у нас ситуація не така. Давайте вже надо... і так тваринництво да, дуже... Так, його нету вже практично. Тому я категорично, і треба і раз, і два, і три, і поїдемо, і будемо доказувати, тому що цього робити не можна. Треба, значить, якийсь перехідний період, значить, ну, какие-то условия для людей, значит, может, какие-то кредиты надо для того, чтобы оно подходило по этому качеству. Может, какое-то наказание за то, что там бывает, что и подмешивают, я знаю. Ну, надо комплексно подходить к этому. А просто запретить, я против этого. Я тоже голосовал за то, чтобы обратились там за чернобыльцам по пенсиям, по пилям, по монетизации тоже. Мы собирались в областной раде, народные депутаты, представники всех районов САТО приехали. Мы приняли решение вот это звернення. Ну что, все правильно, мы должны звертаться. Нет, один раз будем звертаться, второй, третий. И сколько надо, столько будем звертаться. Потому что ну, люди к нам приходят. Приходят депутаты, к людям обращаются депутаты. Кто-то обращается ко мне. Поэтому это наша общая позиция. Угу. Володимир Миколаївич, один із наших відомих сумських політиків говорить про те, що будь-якому найважливішому рішенню треба приробити ноги, да? Образно кажучи, тобто брати цей папір, прийняти рішення на рівні області і їхати в Київ, відстоювати у міністерствах і все таке інше. От Микола Олексійович Колочко, голова адміністрації, він часто говорить про те, що їздив у Київ, щоб відстояти там те чи те питання. Чи ви їздите з ним, чи вдається оцю, пробити оцю стіну? От смотрите, значит, с Николаем Алексеевичем два раза мы ездили. Вот сейчас все говорят за дорогу Харков-Суми. Она не стратегична для Харкова, потому что у них другое направление. Она стратегична для нас. Мы дважды были у главы администрации в том году были, и просили его для того, чтобы там уже, ну, дороги практически нету, да, чтобы построить дорогу. Он нам пообещал, мы второй раз поехали с ним. Вот уже и деньги выделены, там и тендера идут. Если мы сделаем, вот это наша работа. Вот это наша работа, чтобы вы понимали, вместе с Николаем Алексеевичем. Мы вот ездили к главе администрации Кранину, просили его и говорили, что для вас это, а для нас это очень важно. Потому что для нас харьковское направление, оно как на Киев, так и на Харьков, оно очень важно. Поэтому мы ездим. Когда есть у нас вопрос, мы садимся с Николаем Алексеевичем, потому что мы не можем, ну как бы сказать, мы работаем же на людей. Он со своей ветви власти, я со своей ветви власти. Поэтому мало ли, что там где-то мы там не согласны. Но этого никто не видит. Мы не всегда согласны во всех вопросах. Но дело в том, что на людях мы всегда... Есть компромисс, да, компромисс всегда есть, мы всегда находим его. И я вам скажу, что нормальная работа у нас нормальные отношения, все идет. А если есть какой-то вопрос, мы его сядем и решим. И где не хватает там Николая Алексеевича, значит, подпрягаюсь, и я, Владимир Николаевич, едем вместе с ним и добиваем для того, чтобы же одно дело губернатор, потому что он подчиненный, а это не подчиненный, я выбранный. Значит, я еду, тоже помогаю ему. У нас такая как бы договоренность. А что нам делать? Я питаю тому, що якби у нас зараз декларується децентралізація, передача влади на місцях, а наскільки влада місцева, да, має повноваження щось відстояти. Да? І от, Володимир Миколаївич, ви вже про дороги почали тему. Це дійсно, ну, проблема з проблем. На Харків дороги нема, на Київ дороги нема. Власне, на Росію тепер у нас шлях взагалі, можна сказати, закритий. І в нас немає аеропорту. Утримуємо аеропорт зараз за кошти обласного бюджету. Це дуже накладно. Але от дивіться, було два виїзних засідання комітетів Верховної Ради, бюджетного і транспортного. Приймали рішення, привозили експертів. Ні грошей, ні рішень, ніде нічого немає. Тобто ми зараз, Сумська область, відверто скажу, що ми програємо, да, якщо ми говоримо про залучені інвестиції, а як до нас інвесторам доїхати? От інвестори що бувають? Як вони сюди добираються і що вони говорять? Ну, інвестор має розуміти, що його гроші спрацюють і дадуть йому прибуль.
Для него надо создать все условия, не только транспортные, и вообще все условия для того, чтобы он комфортно себя чувствовал в нашей области. Тогда, значит, он, когда будет на 100% уверен, потому что глупые люди денег не заработают, да? Они умные, понимают, что они делают. Я вам скажу, аэропорт – это, ну, как бы стратегически. Сегодня у нас 567 километров границы, да, с Россией. Дело в том, что мы удерживаем этот аэропорт для того, чтобы мало ли что может с нами там завтра получиться. Да, это как чемодан без ручки. Он вроде бы нам и не нужен, и мы не можем его кинуть. Но я понимаю, что вот мое такое понятие. Вот даже позавчера у меня был представитель Польши тут, может, летную школу. Мы идем уже на все. Ну, если получится, значит, будем делать. Но дело в том, что сохранить его надо. Может быть, со временем будет малая авиация, которая не будет таких денег стоить, да, там эти перелеты. Может, придумают что-то такое. В інших обласних центрах же організували польоти і все, але нам на злітно-посадкову смугу це страшні гроші, і нам же їх ніхто не дає. Але ж ми залишаємось на задворках, виходить. Ну, діло в тому, що давайте так. Харків аеропорт новий, да? Угу. Київ аеропорт новий. Скажите, пожалуйста, ну, для того, чтобы нам какие надо деньги, для того, чтобы Сумах, и у нас маленький город. Я говорю, что у меня только надежда на малую авиацию, если будет там маленькие самолетики летать, которые не будут дорого стоить, которым не надо такой взлетно-посадочной полосы, тогда вот мы тут это. Нам надо сохранить, и мы не можем лишиться сейчас аэропорта, потому что на сегодняшний день у нас идет война, можно сказать. Как мы можем сейчас сказать, давайте не будем финансировать, хай его растянут и все. А ті гроші, що виділяються з обласного бюджету, і ті дії, ті роботи, які робляться, їх достатньо для того, щоб хоча б в такому вигляді його зберегти? Ну, бережем же ж. От видите, ми говоримо вже за цей аеропорт, вже не знаю, лет, наверное, 10, і все одно його бережем, тому що розуміємо, що якщо ми його зараз потеряємо, ми потім вже ніколи його не... Керівник справляється з функціями, які на нього покладені? Ну, на сьогоднішній день справляється. Я ничего не могу сказать. И я говорю, они занимаются, и они мне все время тормошат. Я же говорю, что вот был представитель Польши, там принес нам документы, какие мы должны. По Европе очень много не хватает пилотов. Там сотни тысяч не хватает по всей. Если они действительно там серьезно, я перед зрителями говорю, это мое такое видение, я помолился Богу и сказал бы спасибо Богу, если бы действительно мы тут сделали летную школу. Ну, пока говорим только, а когда будет результат... Ну, принаймні, намеры есть, а там уже час покажет, правильно? Мы не можем, да, аэропорт это, ну, это стратегический объект, да, мы не можем лишиться его, поэтому мы его содержим как можем. По крайней мере, ну, даже если там кто-то с руководителей государства прилетает, мы же принимаем их, правильно? Да. І ще одне фінансове питання, і знову-таки пов'язане з децентралізацією. Зараз така державна політика, що все більше і більше фінансових повноважень з центрального бюджету перекладаються на бюджети місцеві. Ви пам'ятаєте, як це почалося з передачі профтехосвіти, потім пішли передача пільг, різних виплат, от хоча б там на медицину і на освіту зараз проблеми є, і говорять, фінансуйте з місцевого бюджету або на ті ж самі ліки безкоштовні, да, по реімбурсації. Скажіть, будь ласка, ще ж треба реформи виконувати, да, ті, що от в області треба робити. Чи є у вас, ну, скажімо, бачення, де ці фінанси брати? Тобто, наскільки от ефективна обласна рада в тому, щоб управляти добре тими ресурсами, які є в області, приймати потрібні рішення, щоб збагачувати обласний бюджет? Ну, у нас голова бюджетної комісії Берез Микола Якович. Дуже досвідчений. Досвідчена людина. Він тільки цим і займається. Ну, я вам скажу, що без кінця ж не можна грузити чоловіка, да? І так само і громаду. Ну, от накинули їм. А як, що у нас буде в кінці року, ми не знаємо. Да, може, прийдеться дотаціями закривати ті питання. Ми ж не можемо взяти закрити училище, да? там профтехучилище. Поэтому давайте доживемо до кінця року і посмотримо, що у нас буде виходити. Всі ті резерви, які є, ну, ми використовуємо. Ну, ми ж теж, вони у нас теж не безгранічні, правильно? Хоча громади, я ж говорю, що стали жити краще. Стали жить лучше. Но дело в том, что бюджет города, ну, бюджет города, да, тоже, слава богу, 3 миллиарда. Ну, правильно? Поэтому надо рассчитывать все, надо смотреть, надо считать, смотреть. Ну, сьогодні одним із головних резервів може бути земля. Да? От зараз, мабуть, на всіх рівнях переглядаються ці ставки податків, да, оренди. А это тоже одно из наполнений, да. Дело в том, что надо к земле, во-первых, к ней должно быть бережное отношение. Это то, что нам дал Бог Украине, да? Такой земли нигде нету. К ним должно быть бережное отношение. И скажу, что
Ну вот местные фермеры небольшие, вот они с пониманием и с бережливостью относятся к этой земле. Ну большие вот эти вот, ну, холдинги, да, ну слов нету, они уничтожают. У них бизнес. Ну дело в том, что... Ну они, а вплив, давайте, вплив є в обласної ради? А який вплив, якщо ви віддали мені в оренду, я заплатив вам за оренду, і що хочу, то я роблю. И надо очень жестоко относиться к севообороту, должен быть другой закон, потому что нельзя уничтожать и садить кукурузу по кукурузе или солнечнику по солнечнику. А у нас это, что там, копеечные штрафы. К этому надо комплексно подходить для того, чтобы боялись и берегли. И я всегда и стоял, и буду за мелкие фермерские хозяйства. Вот там, где 1000 гектар, там еще 1500 гектар, там, вы сами понимаете, да, все равно она там иметь и тракториста, и комбайнера, и водителя, и кладовщика, и сторожа, и бухгалтера, и всех. Ну словом, сельскую экономику треба если развивать. Если тут есть тут 1500, тут другое хозяйство 1500, можно занять все, еще из города ввозили бы туда. Сами, если бы у нас были мелкие хозяйства, попробуй понаходи людей, и платили бы, и никто бы никуда не уезжал, и хватало бы всем, поверьте мне. И бережно относиться к земле. И ставить переработку, потому что одно дело там рапортовать, что мы продали там 30 миллионов тонн зерна, я против этого. Сыровина, да. Вот лучше мы готовой продукции высокого качества, но опять же это надо создать условия для того, чтобы пошли сюда инвесторы, потому что если что-то новое будет строить, оно будет уже по самому последнему как бы слову, да, построено по технике. Поэтому надо создавать условия для инвесторов, для того, чтобы может освободить их на 2 года от налогов. Там. Ну, я не знаю, что подумать. По крайней мере, люди будут получать зарплату, да? Может, там налог на прибыль не будут платить, а другие-то налоги там все равно будут небольшие. Вот я бы так бы сделал бы, потому что надо делать переработку, а не продавать одно зерно. Смысл его продавать? Тобто треба надо кожному рівні влади думати. Да, думать. И можно всегда придумать. И я вам скажу, что... Ну, знаете, как и в семье, как и на заводе, как и в государстве, должен быть один хозяин. А у нас, видите, у нас там, где два украинца, 3 гетьмана. Все тянут шапку на себя. Значит, если есть власть, да, она должна быть и кабинет министров, и Верховная Рада, и президент, плыть в одном направлении. А не тянуть, а кого не поставьте, кого бы вы не поставили, кого бы мы там не выбрали, если у него нет полномочий, мы можем только... Кто у нас хороший президент был? Скажите, пожалуйста. Кого вот не было у нас и не будет, наверное. Потому что... Ну, потому что они политики, а не державные деячи. Ну, дело в том, что из державных деячей и политиков надо, чтобы все 3 ветви власти были едины. Вот сказали, делаем вот так, все побежали. Делаем вот так, все побежали. А если один туда побежал, как и в семье, да? Есть хозяин, значит, все нормально там. А если там, ну как на предприятии, я прихожу и говорю, там главный инженер, говорит, я так не буду делать. Механика вызвал, говорит, слушай, дай мне вот это, тогда я это сделаю, да? Там зал лаборатории зашел, она говорит, да не, я этого делать не буду, потому что у меня вон крыша там, идите гулять, и все. Ну, приблизительно вот такая ситуация в нашем государстве. И что там придет добрый царь, добрых царей не бывает, и добрых президентов не бывает. Такого не будет. Должна быть один хозяин. Я могу примеры привести. Единая политика есть, все. И там есть, как бы сказать, и порядок. И понимаешь, что надо работать. И развитие. Да, развитие есть. Если не так, в следующий раз не переберете. Власть же на всю жизнь не дается. Да? Она дается на определенное время. И надо запомниться, чтобы тебя всегда помнили, что ты что-то делал хорошее. Поэтому вера в доброго царя или президента – это утопия. Дякую, Володимиру Миколаївичу, за цікаву розмову, за теми, які ми сьогодні з вами обговорили. Я нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі працював Володимир Токар, голова Сумської обласної ради. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.